Городская общественность примет участие в благоустройстве дворовых территорий. В Якутске состоялось открытие городского семинара под названием «Формирование современной городской среды». В воркшопе принимают участие архитекторы, градостроители, приглашенные эксперты, студенты, архитекторы и городские активисты. Участники воркшопа будут разрабатывать эскизные предложения по благоустройству дворовых и общественных территорий на 2017 год. До 7 апреля они проанализируют конкретные места определенных территорий, выявят наиболее актуальные проблемы для данного места и его жителей. Затем участники предложат эскизы, которые в дальнейшем будут реализованы. Нормативно-правовые акты по данному вопросу можно посмотреть на сайте окружной администрации Якутска. На собрании должны будут приняты очень важные решение о том, что как мы будем обслуживать в последующем то, что будет сделано. По минимальному перечню за федеральные деньги будет произведено асфальтирование проездов внутридомовых, значит, дорожек, установлены скамейки, установлены урны и наружное освещение. Все остальное это должно быть обязательно при обязательном каком-то участии собственников.